Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy A05s, а сейчас я покажу вам, как добавить отпечаток пальца на данное устройство. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки» и проходим в раздел «Безопасность и конфиденциальность». Здесь мы выбираем биометрические данные. Далее я выбираю отпечатки пальцев. Нажимаем «Продолжить». И прежде чем я добавлю отпечаток, мне нужно выбрать метод блокировки экрана. Нажимаем «Далее», я выбираю рисунок, ввожу пароль один раз, нажимаю «Продолжить» и ввожу второй раз и нажимаю «Подтвердить». И можем теперь начать прикладывать палец к сканеру, он находится у нас на кнопочке питания. И нажимаем «Готово». И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.